Всем привет! Сегодня 29 сентября 2019 год. Вот хочу уже оборвать игрушку. Киргизская зимняя. Это ее второе плодоношение. В прошлом году она первый раз показала себя с хорошим урожаем. И в этом году снова показывает. Очень хороший урожай. Я, конечно, много видео смотрел и фотографий других подписчиков, скажем, и по груше киргизская зимняя. Но моя киргизская зимняя именно как-то более крупней, что ли, более выраженней в этом плане. И лист похож, и сама формировка похожа. Как она вот разлаживается. Ну, груша очень крупная получается. Может, она слабо нагружена, но тем не менее нагрузка есть. Ветка вот аж нагнулась. И груши очень большие. Обычно у всех груш, ну, киргизская там 150-200 грамм. У меня крупная, не знаю, может, клон какой-то. Или может, другой сорт. Изюминка этой груши, она лежит очень долго. Такой шпучок он. Смотрите, как красивый. Такой. Гроздями такими. Лежит очень долго. Последнюю грушу я съел в этом году, в конце мая. То есть только она пролежала. Плодовые почки тоже очень хорошо залаживают. Вот, видно. Хорошо ярусы раскидывают. То есть, можно сказать, практически не надо ей помогать, она сама разлаживается и сама формируется. Ну, уже ее пора обрывать. Может, кто знает, может, какой-то есть клон. Напишите, пожалуйста. Потому что я уверен, конечно, что это киргизская зимняя, но есть сомнение, что может быть. Потому что лежит она так само долго. Она потом, я зимой покажу видео, где-то в январе начинает приобретать такой более красивый, такой желтый и красный румянец. Вообще очень красивая становится. Я в прошлом году тоже в конце сентября снимал ее, и она у меня лежала спокойно. Она очень плотная и очень лежит хорошо. Это изумительная груша. Когда она набирает вкус, когда дозаривается уже в подвале. Причем лежала в подвале с соседями такими, как буряк, картошка, капуста. Звонок. Вот такая вот. 213 грамм. Но 275 грамм. Крупная груша. Вот такая вот киргизская зимняя у меня. Очень я доволен. Я такой, чтобы сад бы заложил. И такой груши в цене будет. Очень хорошей цене. Скажем, в феврале-марте месяце. Она спокойно лежит. Абсолютно. Без всяких. В обычном подвале. Без всяких холодильников, обработок. Неприхотливая там. В этом году я сильно их даже не обрабатывал. Вот. Сейчас ее употреблять, конечно, невозможно. Она терпкая, невкусная. Но уже когда поспеет, дозариваться будет. Ну, средний вес так, до 200 грамм. Самую маленькую можно сейчас покажу. 135 грамм. Это отличная игрушка.
Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч, до новых роликов. Пишите комментарии, буду ждать. Спасибо.